Ребят, всем привет и доброго времени суток. Вы находитесь на канале Zim Soul Vision. И сегодня мы выехали половить карася на донки. Но не только лишь одного карася. Уже заряжены три донки. Здесь стоит оснастка убийца карася, простые телескопы. Монка 0.25. И ловлю я на звездочки с добавлением своего ароматизатора. Здесь у нас стоит донка с одиночным бойлом. Вдруг клюнет сазан. Ну, в общем, сазан это, конечно, был бы хороший бонус, но основа ловли, конечно, это донки. Вроде утих ветер, поэтому начинаем ловлю. Не знаю, как вы, а я даже летом очень люблю выпить чаю. Почему-то, на мой взгляд, в жару он как-то приводит температуру в норму. После того, как выпьешь горячего чая, уже не чувствуешь жары. В общем, совсем немного, надо оставить на потом. И сейчас попью, но тем временем, думаю, начнет уже и клевать. Ну что, ребят, первая поклевка. Немного запоздал с подсечкой, но, по-моему, что-то все же тяну. Небольшое, тем не менее. Кстати, прошло, наверное, часа пол. Думаю, когда подойдет ближе вечер, станет повеселей. С рыбалкой, с поклевками. За краешек. Вот такой вот карасик. Ну, красавчик. Абсолютно внезапно пошел дождь. Надеюсь, что слепой, потому что в целом-то солнечно. Вон оно, наше солнце. Но именно над нами вот такая вот туча. Надеюсь, она сейчас просто пройдет. И будем рыбачить дальше. Потому что только первая поклевка. Какой дождь? Зачем он нужен? В общем, прогноз погоды на сегодня был солнечно и безветренно. Поэтому зонт я, конечно же, не брал. Вот ваше солнечно, безветренно и без осадков. В общем, ладно, смех смехом, дождь дождем, а перезабрасываться надо. Вроде потихоньку утихает ветер, потихоньку утихает дождь. Вот такая вот, вот такое вот небо. Но вот такое вот под этим небом. В принципе, посмотрим, что там. Удочка простояла больше часа. И, конечно же, кормаки, кстати, еще полные. А вот крючки уже пустые, так что будем вот там вот в углу прятаться, перенасаживать и ловить дальше. Так, насаживал предыдущую удочку и сработало вот это. Но тут что-то прям такое поддавливает, ведет вон в сторону бурун. Сейчас придется подсак, наверное, использовать. Или нет, посмотрим. А ну покажись. О, карасик. Тихо, 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 тихо. Ну, этот уже такой приятный. Тоже ладошечка. Поклевка на карповик. Ну, именно такой дзинь. И все. А эти такие стоят, как стояли вроде. Или у меня уже галлюцинации? А, погремушку опустила. И что-то есть. Переустанавливал удочку. Я, в общем, слышу погремушку. А погремушка, я, кстати, сам недавно добавил бусины. Ну, сопротивляется. Водится. Опять запутавшиеся эти самые. И вот такой вот сазанчик. Это потому, что сазанчик, потому и так честно клевал. По соседству у меня была, видимо, поклевка на бойл, но стянули. Может, крючок большеватый. Перенасаживаю сейчас. У меня помимо этого еще две на бойл стоят. Но клюнула. Сазанчик клюнул на обычного убийцу карася. Но это не тот сазан, что нам надо. Мыл руки
и резкий подъем. Только выключил камеру, сознание опустил в подсак, начал мыть руки. И в это время подъем резкий. Ну, значит, что-то начало проклевывать. 6 часов вечера. И вот еще один такой сазанчик. Оп. Вот здесь у меня стоят две дунки на бойлы. И отсюда слышу звон колокола. Бегу с подсаком. Прибегаю. Тишина. Но потом начал проверять. Вот здесь было, не было. Может быть, такие стянули. Может быть, крючок большеватый. Тоже на это грешу. Покупал готовые снасти. Ну, сейчас перенасаживаю. Ко мне карповики пока что едут, поэтому у меня обычные спиннинги с большим тестом. Но здесь поп-ап стоит. Глухая снастка, безопасная клипса. Поп-апчик целый. Перезабрасываю. Но вот этот вот съели. Тут тонущая варенка стояла. 10-я. Ну, зацепил камыши сзади. Ну, конечно, желательно было бы под камыш, пока я этим не докидываю. Скоро приедут удилища нормально. И там будет уже веселее намного. Ну и здесь, конечно же, катушка с бейт-раннером. Отбрасываем флажок бейт-раннера. Леска у нас спокойно подается. Понятно, что под усилием, но тем не менее петля образовалась. Думаю, ладно, ничего страшного. Так. Даже вот так. И вот так. Все. Ловите. Так, хороший подъем. Вот что-то бы попалось грамм на 700 хотя бы, на килограмм. Но это, наверное, не такое значительное. Хотя что-то есть. А ну-ка, ой-ой. Вот. Тихо, не надо. Не надо так делать, поранишься. Вот такой вот красавчик сазанчик. За что мне нравятся сазанчики? Ну, в принципе, их ловить. Это за то, что даже если сазанчик очень маленький, клюет он от всей души. То есть честно поднимает или опускает сигнализатор полностью. Ну и просто получаешь удовольствие от такой поклевки. В общем, штиль, прекрасная погода и слепит прямо в лицо солнце. Опять достал полярики, я их туда-сюда дергаю постоянно. Но сейчас у нас 6:30 и, в принципе, вот эти вот вечерние 1.5-2 часа, это как раз то, на что на самом деле и нужно делать ставку. Сейчас, в принципе, солнце даже высоковато для клёва. Вот когда начнет прям подходить к горизонту, когда начнет скрываться за ним, тогда, в принципе, поклевок должно быть побольше. Ну, но уже как-то потихоньку начинает рыбка проклевываться, что, конечно же, не может не радовать. В общем, эту удочку перезарядил. Там две, вы видели, перезарядил. И здесь у нас звездочки. Тоже ждем поклевку. О! Вот тут что-то есть. Такие не мелкие подергивания, но уверенные довольно. Верхний крючок или средний? Средний. Ну да. Ай-яй-яй. Что это у нас такое непонятное? Карасик обычный. Ну, тем не менее приятно. А, небольшой, но карась. Так,
поклевка. Вроде сначала такое хорошее было усилие, сейчас немного послабее. Но все равно идет в сторону, что-то там есть. На верхний крючок, как я понимаю. Хотя нет. А ну-ка. Будем забрасывать. А вот такой вот карасик. Это уже хороший. Тихо, тихо. Посмотрите, уже попадался. Видно, верхняя губа вообще оторвана. Вот такой вот монстрик. Так, еще одна поклевка. Вечер. И как-то волнами идет. То все молчит, то начинает клевать. О, еще один карасик, хорошенький. Ну, замечательно. Поклевка на третью удочку, но здесь, по-моему, ай-яй-яй, не подсек. Угу, вообще пустая уже. И еще остатки звездочки чуть не потоптал. Надо еще хоть часика пол порыбачить, потому что клево. Полярики — очень интересная вещь. Кажется, что уже почти стемнело и пора собираться домой. Снимаешь их и можно еще рыбачить. Так, сейчас очень интересно. Сначала дернулась вот та крайняя. Так будто украдкой. Но я все видел. И центральная. Здесь такой более резкий дерг. Но это все мелочь. Крупняк обычно берет. Либо вот сазанчик, он так быстро, уверенно поднимает, если не подсекаешь, то опускает. Карась, он это делает более плавно, но если более-менее крупный, то поднимает стражок полностью. А если начинаются вот такие вот подергивания, то это что-то ладошка максимум. Скорее всего, даже до ладошки. Даже интересно будет, если вот эти две сработают, посмотреть, что там по итогу было. В общем, жаль, что камера не снимала. Закидываю удочку, настаиваю сигнализатор, беру соседнюю просто для того, чтобы вымотать. И здесь очень быстро поднимается сигнализатор. А, мне даже интересно, что это. Ну, судя по тому, что идет зигзагом, это, наверное, сазанчик. Да. Красавец. Просто считайте, что на падение взял. Ну. О, вот такая вот рыбёха, когда-то вырастет большой. Ну, не совсем уверенная поклевка, в общем, мелкие подергивания, тем не менее, по-моему, что-то небольшое, но что-то есть. Хотя кормаки идут прямо. Нет, не прямо. Блин, а вторая-то опустилась уже. А вторая-то опустилась. Так, стоять. В общем... Вот это вообще личинка сазанчика. Туда. А тут не знаю, что делать. Нет. Может быть, задел ногами, не заметил. Пусто. Но сейчас скорее заброшу. И думаю, что-нибудь еще мы допоймаем. А ну-ка. Ну вот, чуть-чуть постояло. Нижний крючок. Уже пустой совсем. Что ж, ребят, давайте посмотрим, что сегодня нам удалось поймать. А, вот такие карасики, карпики. И один уже почти выскочил. Что ж, будем отпускать. Пусть растут и радуют нас поклевками новыми. Карась. Сазан. Карасик. Сазанчик. Давайте вот этого выпущу. Сазанчик красавец. Темненький такой. Еще карасик. Сазанчик и донка. А ну-ка. Не хочу запутывать. Опять личинка карпика. Ну, такого монстра точно выпускаем. Давай, плыви.
Еще сазанчик. Сазанчик. Карасик. Карасик. И еще вот такой вот красивый сазанчик. Надеюсь, они нас еще порадуют поклевками спустя пару-тройку лет. Ну а сейчас буду собираться, поскольку уже действительно солнце село и сейчас просто-напросто стемнеет. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, поддержите канал своим комментарием и всем счастливо!